Вам 78 лет, у вас жена, двое дочерей. Чем занимаются дочери? Ну, начнем с того, что моя младшая дочь, она скончалась несколько лет назад и похоронена здесь, в Соединенных Штатах. А старшая дочь живет в Москве. Причем я ее приглашал приехать сюда, есть где поселиться, есть все возможности. А она не хочет. Она живет в моей старой, хорошей московской квартире, еще КГБ-ской. В Пилевском парке. В Пилевском парке, да. Значит, она имела когда-то работу, когда я работал, она работала в аналитическом управлении тоже. Организации, так сказать. Когда меня, значит, от меня отделались, естественно, ее выгнали. Но вот именно, может быть, хорошие отношения человеческие с некоторыми из бывших и нынешних руководителей этой же системы, они не дают вот, оснований ну, вести их и вести себя по отношению к моей дочери плохо. То есть она была уволена с работы. Ну, понятно из этого. Да. Она нашла себе работу в частном секторе. Ей не мешает. Ей не мешает ездить, если она хочет, в Америку. Но она не хочет жить здесь. Она хочет там жить. У нее там сын. Сын, ну, это мой внук. Сын, кстати, очень такой пробивной парень. Ему 26 лет уже. Значит, внучку моему так. Второму, старший здесь живет, ему 30. Вот. И он нашел себе хороший бизнес, причем именно пользуясь, как говорят, не именем, имени у него по, не моя фамилия. Вот. Ну, в любом случае, узнали бы, кому надо. Но он хорошо работает, чувствует себя очень уютно. Я его приглашал, говорю, хочешь сюда, может, переехать сообщил. Он говорит, нет, мне там хорошо. Так что, видите, тут такая ситуация. Вот, и так же и моя дочь, она говорит, что я поеду, я в частном секторе работаю, но мой сын здесь, а там что? Тем более у меня вторая жена. Моя первая жена, она скончалась 10 лет назад, да, 11 лет назад, здесь, в Соединенных Штатах, она здесь похоронена. Вот, и, ну, а вторая вот моя нынешняя жена, которую я полюбил, и встретил 7 лет назад, и мы сочетались с браком, мы живем вместе, конечно. Это интересная часть этого брака, она работает в государственном службе, в госаппарате Соединенных Штатов. Она американка? Нет, она вот как раз это, она тоже русского, ну, русско-еврейского, ну, не важно, русского происхождения, российского.